Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Мамадова Джамаля. Я специалист по внутри- и ортомолекулярной медицине, консультант по правильному питанию. И сегодня я хотела вам немножечко рассказать о проблемах правильного питания, о том, как можно похудеть, вкусно питаясь, не перегружая себя различными голодными диетами и не пугаясь того, что вы нарушите свой образ жизни, будете голодать и плохо себя чувствовать. У многих людей за спиной есть опыт сидения на различных диетах, которые в большом количестве сейчас представлены в интернете. Все пытаются похудеть, все пытаются как-то использовать это на себе, испробовать это на себе. И в результате получают не очень хороший опыт, потому что это непрофессионально, неправильно. Люди начинают голодать, люди начинают монотонно питаться, сидеть на одной гречке или какой-нибудь молочной диете, или сейчас еще различные диеты 5 ложечек и так далее. Если все перечислять, у нас получится большой, очень нехороший опыт. И многие его испробовали и поняли, что это совершенно не подходит им. Бросают полностью попытку перейти на правильное питание, похудеть. И таким образом, в общем-то, отказываются полностью от идеи перейти к здоровому образу жизни, похудеть, привести себя в норму и выглядеть красиво и хорошо. Но, к счастью, есть совершенно другие способы. Просто нужно немножечко больше знать об этой проблеме, обратиться к специалисту и понять, что все очень даже достижимо. Если человек полный, если он смотрит на себя в зеркале и он хочет изменить свое тело, он просто должен подойти к проблеме правильно. Что для этого нужно? Для этого просто немножечко надо отойти от общепринятых норм и попробовать, в общем-то, используя правильные методы, достичь правильного, хорошего результата, питаясь вкусно, правильно и разнообразно. Посмотрите, например, все привыкли, вот кушают наши национальные блюда, они, конечно, очень вкусные, очень калорийные, они многим нравятся, и все думают, что только вот это вот и можно кушать, а когда начинаешь говорить, что есть совершенно другое питание, есть тоже вкусное, тоже полезное, и вам будет очень интересно даже с ним познакомиться, я вижу на лицах такое удивление и непонимание, как же, что же есть другое. Начинаешь говорить, люди, есть овощи, есть очень интересные блюда различные, пробуйте их. И когда показываешь рецепты, оказывается, что все так было просто, все так было легко. То есть можно было и самим даже догадаться, но, к сожалению, не всегда сам человек может понять, что именно ему нужно. Вот смотрите, например, люди говорят, если я буду сидеть на диете, я должен отказаться от десертов, от вкусного, от сладкого, ничего подобного. Я вам могу написать очень много, десятки десертов, которые вы будете с удовольствием с чаем пить всей семьей, при этом не поправляясь. Я вам могу написать много рецептов, которыми вы будете очень вкусно завтракать, очень вкусно обедать, ужинать. Мои пациенты говорят, вы знаете, я сейчас кушаю гораздо больше, чем до того, как я, в общем-то, обратился к вам, и при этом я сбросил несколько килограмм, я иду к тому, что я хочу, к достижению своих целей. Поэтому я призываю вас всех, обращайтесь к специалисту. Не пытайтесь сидеть на диетах, которые прописаны в интернете. Каждый из вас – это индивидуальная, очень такая значимая личность. И каждый из вас заслуживает быть красивым, здоровым. И каждый из вас заслуживает, когда смотрит на себя в зеркало, получать от себя удовлетворение, удовольствие. И всего этого действительно можно достичь очень-очень легко. Дорогие зрители, на сегодня все. Я желаю вам здоровья, желаю хорошего настроения. Если нужно, отвечу на все ваши вопросы. Всего вам самого доброго.